Всем привет! Добро пожаловать на наш хороший вебинар в прямом эфире, где мы поговорим об одном из наших совершенно новых прорывных продуктов. Я Бен Гленски, гордый генеральный директор Ливегуд. И я здесь с нашим потрясающим директором по разработке продуктов мистером Райаном Гудкиным. Я действительно собираюсь передать это ему и просто позволить ему рассказать все об этом продукте, который действительно привлекает много внимания. Лучшем противовоспалительном продукте, вероятно, когда-либо созданном. Так что я передам это Райну, и пусть он поговорит с вами, ребята, о том, почему именно этот продукт такой мощный, что в нем есть. Преимущество ингредиентов, как его использовать и действительно, чем он отличается от всего остального. Так что, Райан, я отойду в сторону и позволю тебе забрать его. Круто. Спасибо, чувак. Не за что. Это доктор Райан идет вперед. Доктор Райан. Вот и все. Хорошо, ребята. Привет, рад всех видеть. Так что на самом деле я доктор фармацевтики. Я работаю фармацевтом уже более 15 лет. Я просто собираюсь вкратце рассказать вам о том, что привело нас к тому, где мы находимся сегодня с этими продуктами, и почему я сосредоточен именно на этом. Итак, начиная с 1515 лет работы фармацевтом, я всю свою карьеру придерживался этой модели реактивного ухода за больными. И тогда я сказал, знаешь что, это просто безумие, ребята. Нам нужно больше внимания уделять профилактике. И нам нужно больше сосредоточиться на выявлении некоторых первопричин проблем. И угадай, что я обнаружил. Я знаю, что многие из вас уже знают об этом, но пищевые добавки являются краеугольным камнем хорошей профилактической медицины, не так ли? Именно об этом мы сегодня немного поговорим. Я хочу вкратце рассказать вам, ребята, о том, почему мы считаем фактор 4 таким революционным дополнением. И это как-то связано с воспалением. Так что воспаление это своего рода общая угроза почти для всех хронических заболеваний. Мы рассматриваем болезни сердца как ведущую причину смерти в Соединенных Штатах. Сразу за ними следует рак. В первой десятке диабет. У всех троих воспаление является частью этого болезненного процесса. И оно может начаться очень рано. И это то, о чем я хочу сообщить вам сегодня, ребята. Я хочу рассказать вам немного о том, как это определить и посмотреть, подозреваете ли вы, что у вас происходит какое-либо воспаление. И большинство людей так и делают, не так ли? Значит, воспаление это нормальный, естественный, здоровый процесс, как царапина, не так ли? Или, скажем, кошка поцарапала, или собака укусила, или ты простудился, или коронавирус, или грипп. У организма есть очень врожденная, очень быстрая, очень немедленная команда реагирования, которую они посылают. И он вербует все эти медиаторы воспаления и все такое прочее. Это помогло организму взять себя в руки, изолировать его, исправить проблему. И тогда они уходят. Все в порядке. Они просто идут домой. Здорово. Все в порядке, мы крутые. Мы сделали свою работу. Мы едем домой. Я догадываюсь, что сейчас происходит в современном обществе. Сейчас я не собираюсь никого выделять, кроме Бигфуд, Бигфарм, Бигфарма. Они все в некотором роде немного виноваты в этом, потому что наши источники пищи большой виновник. Я собираюсь определить масло из семян как один из основных. Посмотри на масло из семян. Итак, у нас есть рапсовое, софлоровое, подсолнечное масло. Ребята, когда вы покупаете продукты, взгляни. Если в них есть масло из семян, я бы с удовольствием пропустил это. Это было бы потрясающе. Это был бы один действительно замечательный маленький легкий лакомый кусочек, который ты можешь извлечь из этого звонка. Надеюсь, ты сможешь это сделать. Но к к сожалению, масло из семян есть повсюду. Но образ жизни это огромная часть этого. И происходит то, что мы создаем эту хроническую, стойкую, повышенную воспалительную реакцию. Это просто не проходит даром. Это просто остается, это остается с нами. И поэтому мы должны как бы находить какие-то решения. И у меня есть несколько идей и советов для тебя, чтобы обсудить их сегодня о том, как помочь смягчить и избавиться от этого хронического персистирующего воспаления. Хорошо, давай поговорим о четвертом факторе. Хорошо это потрясающе правда, потому что это единственный продукт на рынке, который содержит все эти ингредиенты. И поэтому мы называем его фактором 4, потому что в нем 4 ингредиента. В нем есть рыбий жир, в нем есть куркумин, в нем есть коэнзим Q10, чеснок, а затем мы добавили черный перец, потому что мы знаем, что он увеличивает усвояемость куркумина. Так что давай немного углубимся в рыбий жир. Рыбий жир действительно важен для меня. Я знаю, что Бен ушел, но мы живем, и наша жизнь основана вокруг океана. Мы очень увлечены океаном. И поэтому, когда мы выбирали рыбу, это было связано с поиском поставщиков. Поэтому мы хотели получить самую лучшую, высококачественную рыбу для нашего рыбьего жира, и мы это сделали. У нас есть анчоусы. Это экологически чистое сырье, полученное из холодной глубоководной воды. И это действительно важно для нас. Теперь, ребята, когда у вас есть выбор продуктов питания, я собираюсь вернуться назад и отвлечься на секунду-другую. Откуда мы берем наши жирные кислоты? И в этом весь смысл употребления рыбьего жира. Он обеспечивает то, что называется полиненасыщенными жирными кислотами. Это действительно важно. Они обладают противовоспалительным действием. Они оказывают общее оздоровительное действие. На самом деле, в ДА есть официальное заявление о состоянии здоровья. У них есть квалифицированное заявление о состоянии здоровья. И на рынке есть фармацевтический продукт. Он называется ВАСА. Так что мы знаем, мы знаем, и есть научные доказательства есть строгость, он был протестирован. И управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов классифицировало рыбий жир, как в целом безопасный. Это называется травяной статус. И это здорово, это важно. Но, возвращаясь к поиску поставщиков, действительно важно, чтобы мы начали, на мой взгляд, с маленькой рыбки, не так ли? Мы не хотели вдаваться в скумбрию и тунца, потому что угадай, что происходит, когда ты попадаешь в этих старых больших-больших рыб. Ты как бы поднимаешься на трофический уровень, вверх по пищевой цепочке и добираешься до этих более крупных рыб. И эти рыбы те, кто потребляет более мелкую рыбу. И на этих, скажем, уровнях пищевой цепочки они получают больше ртути, они получают больше ПХД. Это полихлорированные дифенилы. Это нехорошо. И в конечном счете, это не очень хороший выбор рыбы для наших продуктов. Поэтому мы сосредоточились на анчоусах. Это высококонцентрированный рыбий жир, и вот тут-то он становится действительно потрясающим. Так что всего на один мягкий гель у нас есть 600 миллиграммов ЭПК и ДГК. Так вот, эпк и ДГК – это самые важные омега-3 жирные кислоты. Есть и другие, но эпк и ДГК – это то, на чем тебе нужно сосредоточиться. Так что небольшой совет. Я хочу, чтобы вы, ребята, посмотрели на другие продукты. Если у вас есть другие продукты и вы учитываете этот фактор, вам действительно нужно сосредоточиться на эпк и Так что посмотри на этикетку, посмотри на факты о добавках. И ты увидишь, что фактор 4 содержит концентрированный рыбий жир. Так что 600 миллиграммов на мягкий гель – это действительно большое дело. Теперь мы помещаем 60 мягких гелей в эту бутылку, потому что я хочу, чтобы вы, ребята, сосредоточились на приеме одного мягкого геля два раза в день. Потому что это даст вам 1200 миллиграммов ЭПК и ДГК в день. И примерно в одном миллиграмме мы начинаем видеть этот противовоспалительный эффект, не так ли? И теперь мы это знаем и можем измерить. И я хотел бы быстро крикнуть доктору Хизер. Она не может быть сегодня на вызове, но она действительно была движущей силой этой формулировки. И мы просто как бы взяли это на вооружение и просто сделали это настолько потрясающим, насколько это возможно. Потому что она действительно может подтвердить тот факт, и я тоже видел это в клинических условиях, что когда пациенты начинают принимать рыбий жир, вы можете увидеть снижение их маркеров воспаления фактически в анализе крови. Значит, ты можешь увидеть это в среактивном белке интерлейкинах. Значит, это разные вещи, которые врачи действительно могут измерить в крови, чтобы увидеть работает И ли это. это. И это снижает хроническую воспалительную реакцию. Хорошо, итак, мы все еще говорим об ЭПДГК. Мы хотим, чтобы ты получал не менее 1000 мг в день для этого противовоспалительного эффекта. Сейчас некоторые люди принимают до 3000-4000 мг в день. И на этом уровне ты действительно начнешь видеть, как триглицериды просто начинают снижаться. Триглицериды это жир в крови. И именно здесь управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов действительно оточило свои исследования. Они сказали, что это очень эффективно. Это одобрено для медикаментозной терапии. И вот это действительно начало получаться. А теперь скажите почему это так важно, ребята? Снижение содержания жира в крови – это всего лишь одна часть, скажем, ваших липидов, ваших жиров и вашего холестерина в крови. Но это важно, потому что давайте вернемся к болезням сердца, убийца номер один. С чего начинается болезнь сердца? Болезнь сердца – это инсульт, сердечный приступ. Эти болезни действительно в первую очередь. Все начинается с повреждения кровеносного сосуда. Что-то липкое, что-то попадает в кровеносный сосуд, становится липким и прилипает к внутренней стороне кровеносного сосуда. И в итоге происходит хроническое воспаление, вещи продолжают прилипать. И угадай, как это это называется бляшки они называются бляшками и когда эта бляшка становится достаточно большой она замедляет кровоток и что-то отрывается от бляшки перемещается застревает в твоем мозгу или сердце это именно тот сгусток крови который вызывает сердечный приступ и инсульт хорошо ребята извините я немного отвлекся но я хочу чтобы вы поняли почему так важно использовать подобные инструменты чтобы снизить риск сердечных заболеваний опять же убийца номер один Хорошо, так что рыбий жир на борту, до 3-4 мг омега-3 жирных кислот, в частности эпк и ДГК в день. Хорошо, теперь это рыбный рулет. Нам еще о многом нужно поговорить по этому поводу. Но мы сделаем небольшую паузу и посмотрим, не захочет ли мистер Бенглинский остановиться на какой-нибудь из тех других тем, о которых я только что говорил. Да, круто. Вообще-то я собирался подождать до конца, но у меня есть кое-какие заметки. Круто. Значит, ты говоришь о 3-4 мг в день, это своего рода оптимальная дозировка. А что есть у нас? Да. Так что 100 точки зрения дозировки, если ты принимаешь один мягкий гель два раза в день, у тебя получается 1,2 мг ЭПК и ДГК в день. Это наша начальная цель. Я бы предложил, чтобы верхний предел составлял от 3 до 4 мг в день. Так как ты предполагаешь, безопасно ли принимать 4, 5, 6 капсул. Это так. А ты что рекомендуешь? Это так? Ты абсолютно можешь это сделать. Я бы начал с малого, немного повысил титрование и поговорил с вашим лечащим врачом, если вы кому-нибудь обращаетесь, если у вас есть врач. Это было изучено до 15 мг в день. Хорошо, так и есть. И зачем принимать? Вы упомянули одну капсулу два раза в день, в отличие, может быть, от двух капсул вместе один раз в день. О, хороший вопрос, потрясающий вопрос. Хорошо, ребята, на самом деле это мягкие гели. Я бы вам показал, но эта модель запечатана. Тогда откройте ее. Да, мы можем ее открыть. Так что один мягкий гель два раза в день. Мне нравится немного раздвинуть его. Оно просто такое, словно все еще жирное. И когда ты кладешь его в кишечник, я люблю есть его с пищей, если это возможно. Натощак это нормально, но я распределяю его по приемам пищи. Я просто думаю, что это лучшая дозировка, лучшая практика, более эффективно. Идеально. И, наконец, ты говорил о том, что в рыбьем жире содержатся жирные кислоты, что является положительным моментом. Что делают жирные кислоты? Чем они полезны для этого? О, это удивительный вопрос, чувак. Безусловно. Итак, жирные кислоты – это начало наших клеточных мембран. Так что это самое большое дело во всем мире. Мы говорим о клетках, из которых состоит наше тело, состоящих из жирных кислот и холестерина. Так что это важно. Это строительный материал для наших клеток. Это действительно важно. Здорово. Очень круто. Все в порядке. Я буду продолжать делать заметки. Я буду продолжать Зажигать. Да, чувак, это здорово. Потрясающие вопросы. Все в порядке. Так что мы собираемся перейти от рыбьего жира. Я же сказал, что, по-моему, это самое главное. Мы собираемся перейти на куркумин. Хорошо. Итак, куркумин следующий ингредиент: 150 миллиграммов куркумина. И это то, что мы на самом деле выбрали экстракт куркумина, чтобы сосредоточиться на куркуминовом шуме. Куркумин – это то, что у меня есть для вас, ребята, угощение. Куркумин – это самый активный компонент растения куркума, растения куркума. Я только что вытащил это прямо из своего сада. Я надеюсь, вы, ребята, можете это видеть. Оно ярко-оранжевое. На самом деле оно горчично-желтого цвета. Вот как оно выглядит внутри. И это забавно, это корневище. Это похоже на корень. Так что я просто вышел, был готов. Гум вытащил его из земли, подошел и смыл. И мы съедим немного много этого в конце шоу, и я дам Бену попробовать и скажу тебе, что он думает. Но в любом случае наличие этого в нашем дополнении действительно важно. Хорошо изучено, хорошо задокументировано. Существует огромное количество информации, подтверждающей, что куркумин является противовоспалительным мощным противовоспалительным средством. Широко используется при болях в суставах, органах, тканях и тому подобном. Но также доказано, что он полезен при лечении такого рода системного хронического воспаления, о котором мы все время говорим. Куркумин, так что у нас соотношение 10 к одному. 50 миллиграммов. Это еще и сильный антиоксидант. Поэтому, когда ты говоришь о воспалении, мы говорим: хорошо, конечно, есть образ жизни, есть окружающая среда. И происходит то, что мы увеличиваем количество этих свободных радикалов. Я приведу пример того, что вы просто недостаточно спите или, может быть, пьете слишком много алкоголя, но вы генерируете свободные радикалы. А они в некотором роде вредны для организма. Антиоксиданты это то, что противодействует им. Антиоксиданты уничтожают свободные радикалы и куркумин. Куркумин мощный антиоксидант так что это радикальный ингредиент. Я так рад, что он есть в этом продукте. Он очень-очень хорошо сочетается с ним. Хорошо, я думаю, что куркумин хорош. Бен, любые вопросы, комментарии по этому поводу? Нет, я собирался спросить, что такое антиоксидант и свободные радикалы, но ты просто выбил его из колеи. Мы попали в точку, раздавил его, да, сладкий. Все в порядке, круто. Давай перейдем к энзиму Q10, нашему следующему ингредиенту в факторе 4. Итак, энзим Q10, это действительно большое дело. Есть несколько разных способов убедиться, что люди понимают, насколько важен этот кофактор. Итак, коэнзим Q10 участвует в цепочке переноса электронов. Я знаю, это звучит грандиозно с научной точки зрения, но на самом деле это очень важный кофактор внутри митохондрий, который отвечает за выработку энергии просто нашего тела, просто движение. Итак, что нам нужно сделать, так это убедиться, что мы даем нашим митохондриям Клеточному электростантеру в электростанции клетки все необходимое для максимального производства АТФ. Опять же, АТФ – это те энергетические молекулы. Так что коэнзим Q10 – огромный кофактор. Он в этом участвует. Это еще и антиоксидант. Это еще одно его преимущество. И мы видели, что сейчас организм действительно вырабатывает КОК-10, но мы также видели, что он истощается организмом из-за некоторых определенных лекарств, таких как статины. Статины, используемые для снижения уровня холестерина. Так вот эти статиновые препараты, которые мы используем, по-моему, более чем 35 миллионам американцев, только в нашей стране. Так что я думаю, дефицит коэнзима Q10 – это большая проблема. Теперь, добавив его в этот продукт, он действительно позволил организму максимально повысить свою эффективность, чтобы уменьшить воспаление и управлять нашей энергией. А еще это антиоксидант. Итак, коэнзим Q10 это 50 мг. Так что если ты принимаешь два мягких геля в день, ты получаешь 100 мг ко. Q10, что является действительно хорошей, хорошей дозой Кок Q10. Я думаю, что это хорошо для кок Q10. Бен, есть какие-нибудь вопросы-комментарии? Нет, это все. Хорошо. Я понимаю. Круто, чувак. Хорошо, так что давай двигаться дальше. Последний ингредиент, я мог бы показать тебе одежду, но она называется чеснок. Это обычный кухонный чеснок. Но у нас есть и его экстракт. И это здорово, потому что чеснок. Чеснок существует уже много веков, не так ли? Мы просто провели много исследований по этому вопросу. Было доказано, что он снижает кровяное давление. Было доказано, что он уменьшает воспаление и уровень холестерина. Так что мы видим много преимуществ, когда речь заходит о здоровье сердца и уменьшении воспаления. А также антиоксидант, который имеет свои преимущества для организма. К сожалению, в кулинарном пространстве мы просто не можем использовать достаточное количество чеснока, чтобы действительно получить значимый эффект. И это было своего рода нашей логикой при выборе дозы в 50 мг чеснока. Мы думаем, что опять же прием по крайней мере 100 мг в течение дня действительно хорошая отправная точка для чеснока. И это окажет приятный благотворный эффект, а также в сочетании с другими ингредиентами это идеальное сочетание ингредиентов. Все это разработано для того, чтобы помочь уменьшить воспаление, это хроническое стойкое повышение температуры. Есть вопросы по чесноку? Нет, у меня есть несколько заключительных вопросов, но если ты хочешь, если есть еще о чем-то, о чем ты хочешь поговорить. Мы почти на месте. Мы собираемся добавить еще один ингредиент, ребята. Это круто. Так что одна из задач, которая стоит перед нами, или я должен сказать передо мной, как перед составителем, это убедиться, что наши продукты работают. И это действительно сводится к биодоступности. Так, какая же часть продукта, которая вы потребляете доступно организму для использования. И поэтому куркумин мы знаем, что это сложно. У него низкая биодоступность. Так что многие исследования показали, что при добавлении биопурина, который представляет собой просто черный перец, это и есть черный перец. Черный перец может увеличить усвояемость куркумина до 200%. Огромная польза. Немногие продукты используют его в своих интересах. И опять же, просто быть таким уникальным продуктом, единственным его видом на рынке, это огромная выгода. И поэтому я думаю, что это потрясающее дополнение, потрясающее дополнение. Наконец, в довершение всего, мы очень заботимся о том, чтобы не использовать ненужные добавки, красители и тому подобное. Так вот, это мягкий гель. Так что это не капсула. Это мягкий гель, и это мягкий гель на основе желатина. Он не содержит глютена молочных продуктов в сое. Но я хочу убедиться, что вы, ребята, в курсе, потому что вы должны использовать мягкий гель, потому что это масло. Так что мы кладем масло в капсулу, оно никогда не выдержит. У растительной капсулы не было бы ни единого шанса. Хорошо, это по сути завершает наш продукт. Я мог бы долго говорить только о воспалении Бен, но что, как ты хочешь закончить, это приятель? Отличная работа, доктор Райан. Я действительно впечатлен тем, что ты продержался меньше 20 минут. Этот парень любит поговорить. Ему меньше 20? Да, у меня есть 18 минут. Круто. Он любит говорить об этих продуктах. Он очень увлечен этим. И так здорово иметь его на борту и видеть эту энергию, энтузиазм и волнение по поводу всего, что у нас есть. Для него сделать это и сделать это так коротко, это было потрясающе и охватывает так много. Так что я открою их просто для того, чтобы показать вам, ребята, как они выглядят. И у меня есть несколько заключительных вопросов к Райану Мену. И запечатано. Да. Я, возможно, придется снять эту печать. Но то, что мы делаем, это то, что мы делаем. Так ты говорил о том, почему мягкие гели? Это было одно из моих заключений. На самом деле, да, ты говорил о том, что это мягкие гели. Ой, из-за масла мы должны делать мягкие гели. Так что два таких геля в день, ребята, один в один. Так когда бы вы рекомендовали принимать свои два? Первый прием пищи и последний прием пищи. Так что один раз с завтраком один. После ужина? Да, конечно, с ужином. Да, с ужином. Хорошо, с ужином. И ты можешь принимать натощак. И если по какой-то причине ты не должен испытывать. Но если ты все же испытываешь рыбное послевкусие бурпи, пожалуйста, поставь продукт в холодильник. Но до сих пор у нас не было никаких жалоб на рыбное послевкусие бурпи вообще. Да, я принимаю его, по крайней мере, несколько недель и все такое. Да, здорово. Но я принимаю его, может быть, неправильно. Я принимаю два раза в день с завтраком. Ты действительно не можешь поступить неправильно в этом вопросе, пока ты это принимаешь. Правильно, идеально. Хорошо. А затем и так воспаление. Ты говорил о том, что воспаление – это своего рода реакция организма на травму или что-то плохое. И слишком сильное воспаление – это то, что вызывает множество болезней, болезней, серьезных проблем, которые у нас есть. Так что же такой продукт, как этот, избавит ли он от хорошего воспаления? Это отличный вопрос. Круто. Нет ни за что. Никаких шансов. У него нет такой возможности. На самом деле, если быть предельно откровенным... Это всего лишь еще одна, скажем так, стрела в колчане. Это всего лишь инструмент, один из многих инструментов. Это сосредоточение внимания на твоей личной стороне вещей. Я призываю людей больше погружаться в свое питание и избегать масел из семян верно. Избегайте продуктов с высокой степенью обработки, избегайте алкоголя, насколько это возможно. А затем тебе нужно добавить физические упражнения. Исследование за исследованием показывает, что просто движение, просто регулярные физические упражнения снимают это хроническое стойкое воспаление верно. Это на самом деле побуждает острый тип воспаления приходить и уходить. Принимайся за работу, устраняй любые повреждения и уходи оттуда. И, конечно же, ребята, есть и другие столпы, которые помогли мне сосредоточиться на стрессе. Пожалуйста, 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 справляйся со своим стрессом как можно лучше. Сейчас в интернете доступно множество инструментов, будь то медитация, йога, различные виды занятий осознанностью и сон. Тогда сон – это очень важно. Очень важно, потому что именно здесь начинается весь восстановительный процесс. Именно здесь это воспаление должно как бы прекратиться и лечь спать, или перейти к другому типу лечения, при котором организм восстанавливается. Организм работает над этим, он восстанавливает свой мозг, выводит продукты жизнедеятельности за день. Он выводит мусор. Поэтому я всегда призываю людей действительно глубоко погрузиться в свой режим сна. И у меня есть еще одно видео на эту тему, на которое они могут сослаться. Да, и потом посмотри некоторые люди, которые имеют дело с хроническими заболеваниями. Есть и другие проблемы, на которых нам нужно сосредоточиться, принимая лекарства. И это, как я уже сказал, просто еще один инструмент. Еще одна стрела в колчане. Круто. И говоря о стрессе, с ней еде, диете и физических упражнениях, мы собираемся проводить тренинги с Райаном и его потрясающей женой. Нашим директором по обучению продуктам Лизой Гудкин, конкретно по каждой из этих тем и многому другому. Мы также собираемся сделать по одному для каждого из наших отдельных продуктов, чтобы дать вам, ребята, полное понимание того, как на самом деле максимизировать каждый продукт. Каждое состояние здоровья и просто ваше общее состояние здоровье потому что это действительно так ты разговариваешь с этим парнем это его страсть это страсть его жены и если он может помочь вам ребята это делает его счастливым так же как и нас именно по этой причине мы создали эту компанию эту удивительную линейку продуктов чтобы помочь людям стать здоровыми и сделать это доступным способом ведь многие люди тратят деньги, Лиза отличный пример. Моя жена, мы тратим 300-400-500 долларов в месяц на добавки, которые даже не были такими мощными и потрясающими, как то, что у нас есть с Ливагуд. И теперь мы могли бы получить те же самые лучшие продукты и преимущества, вероятно, за треть-четверть цены, которую другие люди платят за некоторые из продуктов высокого качества. Тем не менее, я думаю, у меня есть еще пара вопросов. Нет, это все. Воспаление хорошее или плохое. Это все. И это был захватывающий продукт, который, как я знаю, Райан создал из-за того, что воспаление делает с нашим организмом и как так много людей страдают от него. Райан, позволь мне закончить этим вопросом, потому что мы уже говорили, ты знаешь, ты упомянул сон, стресс, физические упражнения, правильное питание, движение и многое другое, что влияет на общее самочувствие. Но если люди не поступали правильно в тех других областях, стоит ли вообще этим заниматься? И поможет ли это, если остальная часть твоей жизни будет в некотором роде беспорядочной? Да, приятель, это отличный вопрос. На самом деле, это одна вещь, которую я хотел бы очень быстро затронуть. Но прежде чем я это сделаю, я не хочу забывать, я бы хотел, чтобы это было частью повседневной жизни. Честно говоря, я бы так и сделал. Я думаю, что это очень важно. И это как бы ответ на твой вопрос прямо здесь. Просто иметь это в своей повседневной жизни, это действительно важно. Но я скажу вам, ребята, что знаете, даже если вы не уверены, нужен ли вам этот продукт. Но есть признаки и симптомы, вещи, которые могут Проявляться. Как я собираюсь выделить несколько, например, кожа, как розация, дерматит, как могут проявляться проблемы с кожей? Аутоиммунные заболевания, такие как артрит и псориаз. Все это своего рода аутоиммунные примеры, когда организм начинает атаковать сам себя. Это усиленная воспалительная реакция. И поэтому есть и другие вещи. Например, ваше тело может быть горячим все время. У вас может быть боль, просто боль в суставах, верно? Просто боль как длительная, ненормальная, просто как. О, я вывихнул лодыжку или что-то в этом роде. Но я говорю о продолжительной боли, продолжительной боли в спине, боли в суставах. И, конечно, мы говорили о других хронических заболеваниях, которые ты там увидишь. Но, например, ты знаешь, что все время чувствуешь жар. Знаешь, просто есть много подобных признаков и симптомов, которые люди не осознают, связаны с хроническим воспалением, верно? Так что определенно было бы неплохо добавить это. Да. Несмотря ни на что. Круто. И последнее, но не менее важное. Есть ли кто-нибудь, кого не следует принимать? Это. Да, у кого аллергии на моллюсков или рыбу, это мера предосторожности. Это не противопоказание. Если ты пытаешься контролировать очень высокий уровень триглицеридов в крови, ты определенно должен находиться под наблюдением врача, верно? Ты не должен просто начинать тетровать это до 5 до 3 миллиграммов самостоятельно, просто надеясь на лучшее. Я бы очень хотел чтобы в этом примере они находились под присмотром врача но в целом очень хорошо переносится очень хорошо переносится да здорово большое спасибо на этом все заканчивается одна из замечательных особенностей Factor 4 как и всех наших продуктов заключается в том что все они поставляются с 90 пневной процентной гарантией на пустую бутылку это означает что если вам это не очень нравится вы можете использовать весь флакон каждую капсулу до единой если вам это не нравится отправьте обратно пустую бутылку мы вернем вам ваши деньги мы не хотим чтобы вы тратили Деньги на продукт, который вам не нравится или который вам не помогает. Так что это наши обязательства перед вами. Это наша гарантия для вас. И опять же, это касается каждого из наших продуктов в настоящее время и в будущем. И это все, что у нас есть, Райан. Большое спасибо! Я рад. Все в порядке. Всем хорошего дня! Спасибо, что присоединился. Пока, ребята!